и после эффективных экстракций закружил, так что я едва успел нажать на спуск. Плазменный цветок хозяйка упражнения служит, и выжиг остатим один. Колбух! Крикнул взрослым Дагасами. Она почти впереди идет, значит, не успеет. И в самом деле, мороз поем все сильнее. Намотанная рука в медной проволоке хоть сгорела шелтым огнем, но постепенно ее мерцание становилось все более и более прерывистым. Бетонные трубы имели диаметр чуть больше метра. Мы без проблем забрались в ближайшую и сразу отступил ход. Вдруг не отступил, просто стал жечь, не таксист. Сладкий! Остановил нас Саня, достал жаркийский светильник и высветил трубу. Ослепительное сияние отразилось на затянувшем внутренней стенке серой идеи. Тот миг почернел и сполз на снег. Быстрее! Крикнул жаркий и начал первым пробираться к трубе. Мы поспешили следом, вскоре вывалились в туман. Там я спустил в небо осветительную ракету с ультрафиолетом, взамен приговоришь. А только двинулся в цеху харизма, снег и стужа, скрылись в протестную фигуру снежного лорда. Иван и Саня немедленно открыли ликорадочную стрельбу. Огненная картечь имела газы и шпаны, жить, осколки, льда и брак. Плазменный цветок заставил порождение вечного холода отшатнуться. А в остальном никакого вреда не причинит. Наоборот, лицо так и повеяло против естественного холода. Ваня попятился на Саня, отряхнул каким-то жестом, и высвобожденное им заклинание ударило огненным жгутом по длинной фигуре. Бессильно расплескалось огненный груз на и даже не казалось разрушенным сильнее прежнего, словно не случилось ничего особенного. Только затянуло ей в стены, да еще веяло изнутри, столь запретительный шпанник поднялся на ноги и поспешил к какому-то супругу. Или супругу. Черт, да это же камуфляж. Вставив во все коморы новые алхимические заряды, я двинулся навстречу ледяным ходокам, перекрывая им дорогу к чародею. Потом остановился, прицелился и утопил спуск. Грохнуло, разлетелись обугленные ошметки. Один раз, другой, третий. Черт, люблю я это оружие. Уходим! Крикнул Ван, приложив Саню на обрыв брезент. Давай, ну еще кто подтянется. Я поспешил с помощником, на ходу откинул барабан шарфета и заменил стрелянный рикс. После этого сбежал вперед. Пусть есть. Снова осторожно взялись по сторонам. Ты же? Люди Ваня. Тогда откачаем. До загнанного в цех соседнего завода внедорожника еле добрались. Дыхание сбивалось, ноги и пошли.